Дурга Прасад Шастри. Он почтеннейший человек, ученнейший человек, возглавляет кафедру санскритологии в университете в Индии. Приехал по линии общества дружбы. И вот мы с мужем с ним работали. Мы были в гостях в какой-то такой пригородной семье, нас пригласили. Молодые имеют отдельные дома. Один дом принадлежал сыну семьи, а другой дом уже отселялась слуха с детьми. И вот он спрашивает меня, я все переводила по-английски его. Чей это дом? Я говорю, матери. Матери? Ваше слово матери? Я говорю, да, матери. Вот отсюда у меня и началось это все наказание. А этот? Он скажет по-английски, this. А жена эта мать говорит, а это наш дом, а это сына. Что она сказала? На каком языке она сказала? Я говорю, на русском сказала. Нет, она сказала на санскрите. Ну, на каком санскрите Бог с вами? Нет, она сказала на санскрите. Этот наш дом, это санскритское слово. Этот наш дом. Это санскрит, чистый. А тот дом сына она сказала. Это чистый санскрит. Тот дом сыну. Она как-то произнесла странно. Сына. Сыну, да? Сына. А этот дом? Она отвечает, а этот дом сноха. Ноги ноги подкосились, он сел на траву. Я помню этот момент, когда подкосились ноги. Он не верил, что в России могут так спокойно говорить на санскрите. Приехал в Индию и опубликовал большую статью о том, что близость русского и санскрита вообще неповторима. Нигде в мире больше ничего подобного найти нельзя. Он очень желал бы, чтобы это как можно больше народу здесь у нас об этом знали и слышали.